Всем привет и хорошего настроения. Продолжая серию репортажей о приеме, радиоприеме в различных частях, так сказать, света. Сейчас мы находимся, я не знаю, это Карпаты или Татры, как эти горы называются, своим стыдом. На границе между Чехословакией, между Чехией, конечно, и Польшей. Вот только что переехали в каком-то горном селе границу по такой красивейшей горной дороге, которая уходит далеко вверх. И вот теперь здесь стоим на какой-то полянке в замечательном альпийском лесу. Его сразу же поймал на средних волнах какую-то радиостанцию. Средние волны между 600 и 700 килогерцами. Как раньше говорили, песни субстран. Давайте покрутим дальше. А вот дальше что-то глуховато. Брешу. Какие-то марши бодрые. Не знаю, чешская это или польская музыка, потому как мы как раз на границе между Польшей и Чехословакией. Не в Чехии. Чехии, конечно, господи. Я все по своей советской привычке. Ну да, 30 лет назад. Приезжали в интересное место, кафе. Как это? Швейк. Да. Сразу как въезжаешь в Чехию из Польши. Так, что еще? Ой, птички поют. Что-то еще на сцене. Ну, это звуковая передача. Вот это, наверное, по-чешски. Марши только на другой частоте уже. Почти фашистские. Тысяча триста килогерц. Слушайте, живут средние волны в Европе вполне. Тем более, если это все русские подкреплено. А вот еще 5 копеек вкладываю в мировую философию. Есть три типа сознания. Есть сознание 1400-1500, типа, да, которое рационально, значит, стоит на том, что если мы не знаем причины того, почему. Даже русскоязычные станции. То есть наша, и что не грешим. Я то адук одовадор, де ла чамай маре университете в инженерии, MIT, университете де ум престижу, каре ну пати. Слушайте, очень много всего на средних волнах. На коротких даже пробовать не буду, просто времени нет, мы торопимся. Нам надо сегодня успеть в Прагу. Все, всем привет и хорошего настроения. Спасибо за внимание. В общем, средние волны в Европе живут полноценной жизнью, особенно в горах. Я потом вспомню, как эти горы называются. Что-то мне кажется, что это все-таки не Карпаты. Мне кажется, что это Татры. Ладно, извините к своему стыду. А теперь радиоприем в одном из районов Праги. Прага 19, по-моему, называется этот район. Такой довольно миленький, новый. Сейчас посмотрим, что у нас тут ловится. Вот я тут на коротких волнах поймал нечто вроде радиолюбителей местных. Вот, только что были. Во. Во.
80 метров. Явно чуть почерствовал в любителе. Где-то еще была морзянка. Телеграфия тоже работает. Это восточные мотивы. Сколько там? 5 с чем-то мегагерц, извините. Verschaffen dem Konsumenten viele Auswahlmöglichkeiten. Hier einige Hinweise für ausländische Verbraucher. Довольно чисто немцы, ну, Германия тут недалеко. Da man beim Einkaufen über das Internet. Ну, ловлю на балконе, извините, в гостях мы. Ну, как видите, короткие волны тут довольно сильно населены. Меня поразило другое. На средних волнах тоже совершенно не затишье. Вот смотрите, включаю средние волны. Так, сейчас. Вот. И пошло. Прокладывают Марат Сафаров и Полина Ступак каждую субботу после 22 часов. Ну, на радио Вести ФМ. Часов в Москве. В Праге 19. Это хорошо будет. Студия Степан Гришин, здравствуйте. Вторая ночная репетиция Парада Победы состоится сегодня вечером на Красной площади. Ден от 19 годин на радио Деховка. Это все на средних волнах. Country Radio v Benešově a okolí na 101,8 FM. Country Radio.
Барове Вениндум. Что ты говорил про FM, но это средний волн. На этом приемнике нет FM. Виникайте кривох. Zaplatí zhruba 11,5 milionu korun. Dublirujte na SV, z dokumentu zveřejněném ve věstníku veřejných zakázek. Proti povodní bude upravený taky Kopaninský potok a město si nechá udělat návrh úprav. Rád tlačenku a dorty, štrůdly i klobásy. Ale to už víte. Tak dost lamentování. Jdeme dál. Ale kudy? Štěkl Punťa. Přece tudy. Řekla Magda a vyrazili. Stupce. Ну, как вы видите, средние волны здесь очень сильно населены тоже. Поразительно. Неужели только в России на средних волнах ничего нету? Как-то так.